Россию, мы весной вернемся. Что, два перископа, что ли? Ну что за бред вообще? Смотрите, ну вот насколько Сергей Викторович, ну... Это перископ. Перископ, перископ. Перископ, перископ. Перископ, перископ. В России у Сережи что как идет, что-то идет. О, привет, рукоблуд. Вот Даша прекрасна, Даша прекрасна, Даша прекрасна, Даша... Это ты говоришь. Перископ уже не очень популярен, говорят. Ну, я со своими ребятами нормально. Так, все. Ах, эти булки, 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 и варенье, и нутелла, и сыр с моцареллой, и пицца. Так, удачного вечера. Спасибо, ребята, ну... Тоже сумасшедший дом творится. Сереж, какую камеру смотреть? Я не могу жить. Дашенька, смотри сразу во все камеры. А, ты живому показываешь, Сереж. Здорово, здорово. Так, ну что, ребятушки, было очень приятно с вами. Так, ты своих хейтеров отсюда убери. Вот у меня тут есть мои обожатели, мои любители, и я с ними общаюсь. У вас плохой интернет. Конечно, тут Сергей Викторович подключил сразу свой этот инстаграм. Ну что, ребятки, котятки. Все, со всеми прощаюсь. Было очень приятно с вами пообщаться. Не с вами, нет, не с вами. Так, было очень приятно с вами пообщаться. Показать форму, зацените. Показайте форму свою. Покажи форму свою. Так, нет. Сейчас мы заценим форму. Нет, не вы. Так, не показывай. Ай, спину пригласила. Бабуля, бабуля. Ой, бабуля с прихваченной спиной. Смотрите. Что он там делает? Вот, в общем-то, талия. Вот, типа, огромные ягодичные мои. Ноги. Сухущие. Ай, опять спину прихватила. Прекрати, убери. Ай, ребята, прости сейчас. А, вчера делала становую, мы с Сергеем Викторовичем поднимали один вес. Только он поднимал чуть-чуть. Боже. Даже на меня смотрит 730 человек. Неси, Сереж. Ой, я забылся. Бабуля. Бабуля. Правда, делала вчера становую, делали. Сколько мы, Сереж, поднимали там без? 60. Сотку? 60 килограмм. Пресс я поела, кстати. Сейчас. Простите, ребят, пресса нет, короче. Тут цвет говно. Зато вот формы, видите, какие. Вот талия. Вы видите, талия есть. Видите, талия-то есть. Талия-то есть? Талия есть, да, мы видим. Талия есть, все в порядке. Зато шарики какие везде огромные у меня. Ай, ну что? Чего? Спасибо. Талия у меня есть. Все, было очень приятно с вами пообщаться, ребят. Все, до новых встреч. И когда будет что-нибудь интересное, я вас обязательно еще раз... Как сказать, набью? Выйду на связь. Выйду на связь. Есть талия. Сергей Викторович, прощайтесь с моими ребятами. Всем пока. Смотрите, сколько у меня подписчиков. Да. Теперь бежите ко мне, вот. Вот сюда. Там не видно ничего, Сереж. Сереж, ты моих людей сейчас испугаешь. Давай целуй меня. Все. До новых встреч, ребят. Так. Так, как всегда, жирный пальцы. Как жирные пальцы, Дашенька, давай, нажми уже остановить. А тебя там, что так много людей смотрит? Не знаю. Они ведутся на булки, 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 булки. И нутелла, и вишневое варенье, и Алина. Как выступили толстяки, где пропадали, передай мне привет. Какой Алине ты там привет передавай, собираешься? А, что-то я не поняла. До свидания, Алина. Всего доброго. Отписывайтесь. Иначе я вас найду и заблокирую черный список. О-хо-хо-хо, до 1000 догоним сейчас, до 1000! Давай, все, я ухожу, посмотрим, как ты догонишь до 1000. Нет! Не уходи! О, 1000. Все. Куда ты побежала? Ай, вот говно. Друзья, ну что, мы остались с вами. Чем? О, Дашенька, у меня уже 1100. Я могу вам пресс показать. Видите?
дави, Серега, дави, дави, дави. Ой. Вот банк, кстати. Нормально такая, секущаяся. Ой. Девушка очень красивая. И знаете, где она? Вот она. Моя кроссовка. Чего мне так прихватило спину? Сереж, ты все. Это потому что, наверное, я на тебе попрыгал. Не знаю, может, это действительно все остановилось, Сереж. Нет. Да. Булки. Эх, как жизнь удалась у меня. У меня удалась жизнь, а у вас нет. У меня, знаешь, 1400 человек даже нет. Подписывайтесь на мой инстаграм Миронов Серж. И вот банка. И вот моя кисуля. Киса. Мяу. Киса. Ну все, Серж, ну все. Кис. Киса, вейпер у меня. Дашенька, ты вейпер? Просто когда пережираешь, очень круто покурить. Ты запалилась два раза сразу же в одном предложении. Что ты, хочешь полежать? Читай хоть там, что тебе пишут. Сиськи, серый, передай мне привет. Ми хон ти уан хеллоу. Когда видео, надеюсь, на днях, друзья, будет видео на Дяде Сережном канале. И там будет все, что вы хотели. Все, что вы давно хотели увидеть. Там будет выпуск про Санью Китая. Я мчал в Китай, с перископчика там поснимаю. Вот. Дашенька, что, болит спинка у тебя? Да? Очень плохо. Наверное, потому что я на тебя залез сверху. Когда ты перископила. А что? Так все же видели в перископе. Я же 100 с чем-то килограмм вешу. Нет, просто это перископ, что мы вчера тебе говорили. Так. Что тут у нас, Смотрю видосы. Двухлетней давности. О, так. О, массаж. Массаж от кисули будет сейчас. Ой, спасибо, друзья, спасибо. Ой, что пожрать надо, чтобы бицуху поиметь. Надо есть булки и варенье, и сгущенную сосиску. Ой, творожок на ночь. Здорово, друзья из Казахстана. О, есть ребята из Китая? Вряд ли у вас там не работает телескоп. Это Найхарн, да. Мы живем в Найхарне, Раваях примерно. Где-то тут. Ой. О, крутяк вообще. Куть. Мироновым. Так, круглые плечи в натурашку. Почему нет, если генетика позволяет? Встреча с подписчиком в Тае. Да, мне кажется, их не так много. Хотя в прошлом году было сколько? Человек 15 мы собирали. Но... За полгода всего. Не, за встречу. О, что-то по-тайски пишет. Капунка! Масас! Капунка! Ах, эти булки и нутелла, дрищ гашан в Китае, почки вроде ничего. На Новый год в Таиланде, мне кажется, много людей в Таиланде, кто хотел прийти на встречу в перископе. Интересно мне. О, покажи сиськи, говорят. Ну вот они, вот. Вот они тут и ровные. О, Дашенька, ну как там? Мнется? Че, завидимся. Твердый такой. Sexy man, want you.
А тайский счет. Про шмандов. Или про шмандов. Секси-мен, секси-мен. Массаж. Как эти проститутки тайские достали вообще ужасно. Они уже тут тянут, встают. Уже. Уже везде, уже тут. О, да. Так, в январе в Тае буду. Я тоже буду в Тае в январе. Увезу тебя я в тундру. Увезу. Увезу? Чего? И будешь ты в Тае. Увезу тебя я в тундру. Увезу. Так. Ну и что? Ну и что? И что? И что? И что? Серега, ты хороший мотиватор. Я начал заниматься благодаря тебе. Так. Может, тебе тебе тяжело держать? Может, положить его на подушку, как я держу? Не, мне не тяжело держать. Так, 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 так. Так, 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 так. Не маши его. Платиновые полы очень дорогие. Надо зарабатывать. Зарабатывать, чтобы зарабатывать. Так, какое место ты занял? Никакое не занял место. Сказали, I'm elite. I'm a robot. I'm a robot. I'm a robot. Я помню такую песню. I'm a robot. Мальчик гей, мальчик гей. Так, 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 так. Искусственный лед. Искусственный лед. Да? Что там появилось? Робот, робот, кто-то уже пишет. Робот, я тебя уже. Мы так хотели. Робот, я тебя увеличу. Мы полетели. Робот. Хватит, Сереж, так. Трибуны. Че там? Че там? Даже четкая самочка. Плохо в прошлом году, лучше получилось в турнире. 500 человек всего лишь смотрит тебя, Сереж. Уже все, уже падает. Все. О, передай мне привет, меня зовут Карина. Привет! Привет, Карина, масса. Карина, масса. Самотекай. Поедешь на Бали, не поеду. Поем в Китай. Девочка классная. Серега, смотрю тебя на дуже-дуже, я Димон. Крутяк, Димон, тебе ставь лайки. Мне больше смотреть, перечаще, пересматриваю, обновляю ролики, чтобы больше просмотров было. Так. Так, я тебя люблю, мы так хотели. Робот, робот. А прикольная песня, да? Ну. Yeah. Дошел шла и подписчики тоже. И подписчики тоже подошли. Ой. А какое у меня приятное лицо, когда нет огромных щек. Нет, это я сам решил. Это я сам решил. Ой, что там отвалилось? Плече. В твоем сердце электронные метели полетели, полетели, полетели. Робот, я тебя люблю, мы так хотели. В сердце электронные метели полетели, 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 ле-ле-ле. Никто ничего никогда не поймет. Все, народ отписывается. Искусственный лед. Искусственный мед. Не скажу, что я рот. А вот... Если бы это был китайский перископ, то каждый лайк это был бы мини-маленький юань. А так это ни хрена. Да, вот чьи-то на самом деле, чьи-то лайки дают. Ничего не дают. Ни хрена не дают. Ни хрена не дают. Так. Та-та-та-та-тан. Где же вы... Друзья, не забывайте подписываться на канал. Адская Наварская. Адская Наварская. Дневник Кача. Ставить лайки. Подписывайтесь в инстаграм Миронова Сергея. И не будьте жирными. Не будьте жирными. Потому что жир
Это же некрасиво, мой друг. Некрасиво. Фу, как мерзко этот жир. Все в порядке? Я представлял жир. Даша выпускает пар, Даша не курит. Даша не курит, не курит, не курит, а выпускает пар, курит, 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 не выпускает, выпускает пар. Вейп, 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 вейп. Очень мало людей смотрят, спасибо. Все меньше и меньше. Ну, догоним до 200-очек, наверное, да и... Отрубим? Да, отрубим. Время у них сколько-то... У них сейчас самое топовое время посидеть в Перископе, посмотреть всяких дурацких говноблогеров. Надо, может быть, сменить ракурс. Вот так вот держать. У меня такая голова огромная. Ну-ка. Вот, у тебя такая большая голова, у меня такая маленькая. А если вот так снимается, то у меня огромная голова, а у тебя маленькая. Я прям мастер по подбиранию ракурсов. Холодно. Друзья, зима. Друзья, зима на самом деле и прохладно достаточно. Сегодня было градусов 30 на улице. Вот, вот банка. Видали, какая она? Вот банка. Вот еще одна банка. Куча банок у нас. Почему нет тайских каникул? Потому что было на SN Pro CrossFit лифтинг. Соревнования Клоков организовывал. О, нормально слышно. Мы сейчас находимся на Пхукете. Это Таиланд. Островок, полуостров, наверное. Есть остров, который отделен, а есть полуостров. Хотя, может быть, это и остров. Его связывает мост. Да? Мы же, Дашенька, проезжали мост. Помнишь, какой? Мост такой длинный, когда выезжали из Пхукета? Вообще не помню, честно. Не помню мост, который мы проезжали в Гонконге. В Гонконге. Гонконге. О, Гонконге. Гонконге, Бангконге, да, тренируемся. Мы тренируемся, сегодня тренировались. Сейчас у меня будет каждый день тренировка. У меня. И у Дашеньки будет каждый день тренировка. Короче, ничего нового. Это моя работа. Извини, Перископ попрошайка назвал. Тебя? А что ты попрошаешь? Ничего, я говорю, что вся информация у меня есть на Инстаграме и на ВКонтакте. Че опять попрошайничаешь? Я говорю, еще одно слово тебя заблокируют, где попишут. Лайки попрошайничаешь и подписчиков. Ну я не попрошайничаю. Ничего себе, я все время попрошайничаю, значит. Ты попрошайка, Сереж. Серега Вишнякова возьми с собой. Игорь. Игорь. Игорек. I'm a robot. I'm a robot. Булки, 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 так хотели, полетели. Выступать, думаю, да, можно было. Почему нет? О, кстати, спасибо, ребята знают, какие у Сарева есть. Вази, есть Сарева, кто знает. Кто знает? Кто знает. Если сделать визаран, тогда надо будет, наверное, тут торчать. Я не знаю, есть выезд по визарану вообще? Или, ну, то есть это однократный визаран? Вишня к нам в Таллин тут приезжал. Я видел. Что Таллин, что Питер. Сейчас одна фигня. Дубак. Серость. Холод. И русский. Тут.
Никогда не поймешь. А что, какая нибудь прикольная песня, которая такая есть? Помнишь, что? Что-то без тебя меня нет, что-то как-то... А, да, нет, это не мальчик, это тебя. Я сошла с ума, я сошла с ума. О, это тату, да? Да. Тату, что у них еще было? Нет. Давайте напойте тату какую-нибудь песню. Мы сейчас поем. Не-не-не. Что еще вам такое? Эту песню знаешь. А я помню, это еще помнишь, был солнышко. И руку в небо. Нет, булочка рука. Булочка, булочка рука. Булочка рука. И нутелла с вареница. На столе. И хочешь мазать. И нутелла с вареница в небе, так. Это, друзья, это перископ. Он не только создан отвечать на ваши дурацкие порой сообщения. Это для того, чтобы открыть наш талант. Стать звездой. Наш талант, а наш талант — это... Минута славы. Мы певцы. Певуны. Мы певцы, знаменитые певцы. Певуны. Певцы. Ну давай, поем. Че переворачивать? Кто ты там показываешь? Пресс. Жопу ты мою показываешь. Я показал пресс. Что там влезает, мне это самое. Булочка рука. А у них там же целая команда для Gold Aesthetic фигура Арнольда. What? What is it? What you say? Because of you. А чем говорит? Because это что? Почему? Почему ты? Короче, мы учим английский. Exactly. Уровень английский. Это как проклятие какое-то звучит. Exactly. Подожди. Уровень. Это у нас получается. Level English language. Подожди. Какой level? Ой, мы хотите бы вам любое, вот вы спрашиваете что-нибудь, мы по-английски вам будем говорить. Даша задумалась, зависла немножечко. Playoff. Playoff English. Как будет высота. Высота, как по-английски уйдешь. Вершина, гора, как бы. Топ. Топ? Топ. О, что я говорила? Play off English. Как будет язык? Play off English top. О, ты видал, как я смогла? А ты сможешь так? Ну-ка. Прости, что-нибудь по-английскому, Сереженька, мама. О, смотри, сколько людей, сразу 100 человек отписалось. Это шутка. Я в совершенстве знаю. Два дебила — это сила. Они не понимают, Дашенька, нас. Походу, мы только с тобой вдвоем можем. Разговаривать, угорать. Походу, только мы вдвоем мы ставим английский. Take off pants and show your golden guns. Ты написал тебе что-то на английском? Ну, типа сними штаны и покажи пистолет, что-то такое там. Оружие. Отлично. Покажи нам свое оружие, наверное. Что-нибудь такое. Ну что, там уже 10 человек есть? Нет. Осталось, чтобы три соточки. Надо, чтобы отвалилась соточка, наверное.
Ах, на бутырку, говорят, спойте. Ты знаешь, Дашенька, бутырку? Бутырку. Бутырку? Не. Бутырка. Нет. Ах, это бутырка, 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 бутырка. В ней сидят куча мужиков всяких и женщин. И сидят они там и ждут, когда их выпустят. И кормят. Это тюрьма какая-то. Тюрьма — это группа какая-то. Бутырка? Ну да, есть бутырка группа. А, я на всех какой дурацкий. Песня такая, мне кажется, есть бутырка. Бутырка — это группа целая, не песня. Бутырка, бутырка. Бутырка. Бутырка, шальная девушка, виноват, шальная императрица. Та-та-та-та. О, боже мой, вообще, я представляю, действительно, думаю, что это бред. Что это? 250 человек смотрят на это. Почему они смотрят на эту хрень? О, банку вошла показать. О, видали, какая огромная? Вы видели когда-нибудь банку больше вообще в своей жизни? Мне кажется, я вряд ли. Это очень огромная банка. Проще говоря. О, блин, Петя хотел. Да. Ой, ладно, друзья, что? У нас на самом деле уже 2 часа ночи. Нам пора. И нам пора. Есть спать. Булки. 2 часа ночи. О, ничего себе. Тяжело сидишь? Ночи? Интересно. Я уже не лежу, Сереж. Хватит играть. Симулировать на камеру. Надо подколоть лоб. Так, как выступил Секас 357-304. Почему не в качалке? Потому что у нас, ребята, 2 часа ночи, и мы идем спать. Пока-пока. Пока, Дашенька, маши им всем, маши. Маши лучше, маши сильнее. Все, пока. Вот банка, вот щелчок. И всем мир. Подписан на канал Дед Сережа. И Аска-Наваска. И смотрите, подписывайтесь в Инстаграм. И все.